И почему ты еще не на стримах Hell Play? Леонид Каневский в Resident Evil 4. Вот это должно быть хорошо. Так начинались многие наши истории. Пропавшая девушка, поиски маньяка, справедливое возмездие. Смотрел заживо сжечь Матадона. Несколько человек. Сильгистесян, да, ты уже поздновато, мы сейчас что заканчиваем. Мы сейчас в Бусти пойдем. И почему никто не пытается остановить расправу? Блин, смешно. Обычная история. История о семье, в которой слово главы было сильнее человеческих законов. Что же нам делать? Да держи себя, пожалуйста, себя держи в руках. Вот главное, вот себя, а не... Ладно. Ладно, Леон. Пистолет Макарова. Личное оружие сотрудников милиции. Мало ли, придется защищаться от диких зверей. Блин, офигенно. Допиться до состояния бешеной скотины. Устроить пьяный дебош. Одним мерзавцем меньше. По всей стране открываются тысячи торговых точек. В них есть все, чего так не хватает советским людям. Вот только цены... Раньше это считалось спекуляцией. Теперь гордо называлось бизнесом. Так было и в нашей истории. Закрученная интрига. В этой игре преступления раскрываются за пару часов. В жизни, к сожалению, все намного сложнее. Мы разыскали Инну. Мы не стали ее беспокоить. Это совсем другая история. Блин, очень круто, опять. Хорош. Блин, очень хорошо делает. Это прям, да, не два видоса были, очень кайфные.